Юрли. Игнат Ескенович. Итак, условия таковы: взять топ-3, смертей 15. Режим любой, по оружейной теме ПП и любые снайперские винтовки, из комплекта не в чёт. Только то, что подберешь. Да, кстати, одно убийство обязательно, гранаты в ГУЛАГ нельзя, хардкор. Цену знаешь. Захватите его. Спасибо, игра. За пушки. Огонь пушки дали. Обнаружена новая цель. С этой еще можно. В принципе, можно затащить. По кому он стрелял-то? Я не вижу никого. По кому он стрелял? Бля, мощь. Да пошел ты! Только если с этой бегать на данный момент. Остальное все лажа. Так, окей. Блин, датчика нет. Вот это. Меня вот это больше всего печалит. У меня нету датчика. А остальное вообще похер. Фух. Окей. Нет. Да с ракетой кто-нибудь выйдет опять по-любому. Что-то это настолько редкая хрень стала, активная защита. Ну, реально очень редко стала попадаться. Подаем. Да. Что-то за правку. Разведчик, растопчите их. Я штурмовик 3. Вас понял. Покажу на цель. Нахуй мы вас видали? Давай быстрей. Нет, он даже не там, алло. Нужны разведданные, отправляйте беспилотник. ППЛА входит в район операции. И там не зона получается. Так ведь? У него же и тут не зона получается. Я угарну, если он меня убьет. Fuck you. Капец, вроде стараешься, пыхтишь. И киллов что-то мало сделал, жесть. И 30 живых осталось. Это мне надо 10 настрелять еще. Жесть. Это здесь. Над нами вражеский БПЛА. Над нами вражеский БПЛА. Ну ладно, го. За 7-м, наверное, да, киллом туда? Ваша задача уничтожить цель на ликвидацию. Завод. Ненавижу. Ненавижу завод. Куда-то движется к магазину, наверное. Да. Опасную зону.
Он еще и не светится, вот в чем прикол. Он не светится, понимаешь? То есть с ним даже стрелять по нему неудобно. Арбалет? Ты серьезно? Ты кто вообще? Так, все, мне надо валить отсюда. Охренеть, зона! Я не успеваю. Отсюда надо пробежать. Так, с Сишкой мы его не убили, получается. Нужны разведданные. Ну вообще здесь где-то. За бред. Тоже не светится. Мне надо другую снайпу. Вот я что понял. Так, это, конечно, куда? Очень печально получается. Самый прикол, что у меня везде эти... Они никто не светятся. Это мне неудобство приносит. Неудобство больше, чем удобство. Вот в чем прикол. Два на стадионе. Куда, значит, найти? Дядь, он снова не светится, но... Это фиаско, братан, просто. Просто фиаско, блин. Я хз, как их убивать? Я даже не знаю, я сейчас правильно ли делаю или нет. Но он меня чекает. Я уже понял. Внимание, у БПЛА... Ты мне все испоганил, братан. Оу, как кто-то идет? Мы на исходе. Иду на базу на дозаправку. Ровно на него поставил метку. Больше никаких сражений, здесь пусто. Еще 17 жух. Кого, блин, что за бред? Это мне подсказывает, что меня поимеют все-таки. Чуйка такая. Палка не снимается, этот прицел тепловизорный. Так, 12 очков Гриффиндору. Ну, Сишкой мы убили одного, кстати. Ну, мы типа нокнули его, это считается за килл. Я просто реально хз уже. Чё, как-нибудь. Так. Успокоились. Это хорошая попытка. Это очень хорошая попытка. Мне сейчас торопиться вообще не надо. Я 3 килла, типа, ну, как бы, это легко сделать. Выдвигаемся. Рам 7. Я хз, куда тут идти, ёб твою мать? Подожди, камень? Не сейф. Этот камень не сейф. Я хз, реально, куда сейчас? Куда мне идти? Ладно, хоть у меня еще селфрез есть. Вот этот камень, по-моему. Сейф. Возвращайтесь домой с победой! Так, челлендж. Челлендж у нас сделан, в принципе. Самое противное?
этой истории только то, что я продул. Но челлендж я сделал. Живых оставалось меньше 5. В следующий раз с победой. Это был тяжелый бой. Ну, типа, это комплектные пушки, это Unreal. Деньги поднимаю, деньги поднимаю. Я испугался. 25, 2 или косарь, бро. Спасибо, бро. Папа тоже хочет сына одеть Nike, бро. Деньги поднимаем, много не базарь, бро. Как договаривались. Спасибо, бро, тебе за челлендж огромное. Спасибо, дружище. Это реально сложный челлендж был. Ну, челлендж реально крутой, красава.